Загрязнять воздух в Омске могут сразу несколько предприятий, об этом сообщили на пресс-конференции в региональном МЧС. По словам главы ведомства Владимира Корбута, площадь распространения этилмеркаптана составила 300 квадратных километров. Предельно допустимая концентрация в атмосфере была превышена более чем в 400 раз. Однако специалисты успокаивают, такие выбросы не опасны для населения, обсудили эксперты, и ситуацию с предстоящим паводком. Он, по прогнозам специалистов, начнется после 20 марта. Было принято решение для того, чтобы немножечко снизить нагрузку на центральные районы, Называевский район, конкретно то, что там очень сильно топило, то, что Щербакульский район, на отрывку каналов. Поэтому правительством Омской области было принято решение именно в зимнее время прорывать Мангутский, так называемый канал –